italiano vero. Buongiorno. Вот такой вот у меня аутфит сегодня. Водичка. Просто объясните, почему в бутиках Италии всегда так красиво? Мне тетенька мастерит розочку. Моя любовь к мороженому в виде розочек у Марины неизменна. У меня теперь, как у всех модных видеоблогеров, будет видео с дома. Это вообще блестяще, смотри. Прикольно. Только что была Bath & Body Works и купила себе и подругам различных антисептиков. Тут есть и с блесточками, и с гранулками. А это моя подруга Ёжа. Доброе утро! Сегодня мы покидаем прекрасный город Милан и отправляемся в Венецию. Ну, знаете, чтобы все обошлось без приключений, это бы были не мы, поэтому слушайте. Наше утро началось с прекрасного завтрака, после которого мы отправились на вокзал. И да, интерьер вокзала заслуживает отдельного уважения. Я тут решила затариться канцелярией. Я не знаю, почему мне так нравится цвет этого маркера. Наше приключение началось с того, что мы зашли в поезд и уже начали ставить наш багаж на багажную полку, как вдруг две женщины начали нам говорить, что это их места, что на самом деле мы перепутали вагон. И в то время, как одна женщина отвлекала меня и маму, вторая женщина отвлекала папу и незаметно вытянула у него из барсетки много денег. Что самое интересное, деньги они вытянули из кармана, который находился ближе всего к телу, то есть это на самом деле были реальные профессионалы. Папа спустя пару минут езды в поезде обнаружил, что у него прирастегнут карман и начал все проверять. И сразу схватился проверять паспорта, документы, и слава богу, что документы не тронули. В Венеции в каждом втором магазине продаются маски, и боже, какие они красивые. Они такие разнообразные, расписные, с золотом, с камешками, с блестками, с перьями. Кого до дома подкинуть? А то тут бедный гондолер уже заждался. А вот это моя любимая тема. Какая же это ням-ням-нямка. А это наш с мамой поздний ужин. Мы поселились в прекрасном отеле с очень атмосферными и уютными номерами и очень приятными хозяевами. Хозяева такие милые и добродушные старички. Я их назвала Old Pussies. Божьи одуванчики. Доброе утро. У меня просто потрясающее настроение, потому что такая прекрасная, чудесная погода. Сзади меня каналы. Все так красиво. Посмотрите на этот прекрасный цвет воды.
Даже в Венеции я умудрилась его найти. Туристы, возьмите на заметку. В Венеции есть очень популярные маленькие кафешки, в которых готовят пасту на вынос. Паста домашняя, ее готовят при вас, и скажу я вам, что это потрясная штука. Насколько я поняла, такой вид транспорта называется водным такси. Заказывайте такси и передвигайтесь в любую точку Венеции. У нас сегодня ужин в очень атмосферном заведении. И мы взяли спагетти с чернилами каракатицы и морепродуктами, а также бургеры с лососем и артишоками. Доброе утро. Сегодня наш последний заключительный день в Венеции, после чего мы возвращаемся в Милан. Я бы с удовольствием здесь еще осталась на недельку, а то и на две. На улице постепенно холодает, и почему-то становится холодно. У нас еще сейчас есть пару часиков для того, чтобы прогуляться и пойти купить сувениры, подарочки. А вот так вот выглядит итальянский рынок на воде. Этот город настолько уникальный, что мы здесь гуляем уже не первый раз, но все время выходим на какие-то новые локации, находим очень красивые места. Ну и заключительное мороженое на сегодня. Дамми 30-40 минут, и потом я preparo la lettera, la stavo. Мы уже едем на Кома. На улице происходит что-то страшное. Самый настоящий ураган, который итальянцы уже давным-давно не видели. Это черное, что вы видите на столе, это пепел из печи. В этом пепле весь наш стол, а также мы. Полностью в пепле. Трэш-контент. В следующем кадре вы увидите мою попытку выйти из ресторана и дойти до машины. Что? Знаки поломаны, мотоциклы перевернуты, мусор летает по улице. Ой, вон фуникулёр, да, получается, или что? Ой, что? Ой-ой. Жесть. Ой, смотри, здесь всё как... Бедные мотоциклы. А эти леса, смотри, все порванные стоят. Сейчас домой хоть доедем, нормально. Доедем, доедем. Вон вокзал, видишь, вон поезд. Хоррор-фильм. Смотри, вон, да? Сейчас пойдем погуляем возле озера Кома. Тут буквально пару километров, и мы уже в Швейцарии. А это местный дома. Мне на обед сегодня картофель с трюфелем.
что, вот так вот друг на друга. Мы приехали в место, где снимался фильм про Джеймса Бонда, а также эпизоды «Звездных войн». Дубль номер два. Чао. Noi oggi siamo a Como. Questo è il lago di Como. Noi siamo la Villa Carlotta. E che è un giardino botanico. Приехали. Теперь открывается. Это так вот люди. А те, которые с желтыми полосочками, это девочка. Зеркало времени. Вот, смотри. Это журнали отсюда срывают? Да, смотри. Вот красивая, которая у меня. Ага. Посмотри. Ребята, это было несколько дней из моего путешествия в Италию. Дни я снимала выборочно. И надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы поставите пальчики вверх, подпишитесь на мой канал, а также на мой инстаграм Sandra_Vitalini. Ну а мы уже увидимся с тобой в следующем видео. Пока-пока.